Поклянемся, что если оно не сдохло, если оно когда-нибудь вернется, мы тоже вернемся. Когда в конце первого фильма появилась надпись «Конец первой части», зрители аплодировали и хотели продолжения. Теперь они его получат. Вторая часть начинается спустя 27 лет. Неудачникам пришлось все бросить и вернуться в Дерри. Взрослые столкнутся со своими глубокими страхами. И это не просто Пеннивайз. Это нечто большее. Зло вернулось в Дерри, и им придется закончить то, что они начали 27 лет назад. Никто здесь не умирает в самом деле. Ну, расскажи, как тебе возвращение в Дерри? Атмосфера фильма будет такой же, как и в первой части, но станет намного страшнее. Энди из кожи вон лезет, чтобы перепугать всех до ужаса. Есть что-то загадочное в том, чтобы заново открыть в себе ребенка. В этой борьбе важно помнить, насколько важна наша дружба. В фильме Энди ставит людей на первое место. В итоге вы получаете классическое кино, где вы болеете за хороших ребят. Это не просто фильм ужасов. Это фильм о взрослении. В фильме есть много такого, что не даст вам спать по ночам. Но это еще и грандиозная история о дружбе и жизни в целом. Это фильм о силе дружбы. Когда вы вместе, нет ничего невозможного. Пеннивайз жаждет неудачников. Он хочет отомстить. И более того, он скучал по ним. Эй! Парень! Эй! Парень! Ау! Привет! Пожалуйста.